dobra, wychodzi. No, надо było klasura położyć. Perfekcjonist. Godfather to Sif 1. We've been fighting our way up the cryptid food chain since Colorado, and we finally made it to the top. You're about to go head-to-head with the ancestor race on their home turf. They'll be expecting an attack on the Ark. Let's not disappoint them. Your team has been assigned a cipher prototype. It's an optical scanner mounted on a modified drill chassis. Use it to scan the glyphs on those obelisks. The cipher uses Cross's translation software to decode the ancestors' hieroglyphics. Use it to scan the inscriptions on those obelisks. This looks useful. Drill's locked. Watch your six. Watch out! Down. Grab that drill and let's move up! Good work. When the cipher has collected enough data, it'll break the encryption on the gate controls. I'm out. Reloading.
Reloading. Bomber up high!
got hostiles on the drill! Team boosters aboard. Special ammo ready. Bomber! Vulture online.
reloading. Nice work.
work, Sif 1. Our scan confirms the barrier is down. Move up. Archer led the first assault on the Ark. He secured a sample from the brain of a living ancestor, then went dark. The glyphs are more complex here. You'll need to scan more obelisks for reference data. Sentry live. Special ammo ready. Special ammo ready.
Special ammo ready! Bomber incoming! Take that gargoyle down! Bomber Special incoming! Ammo ready! Survival and the extinction of the human species. Sticky flare is live. Thank you.
technology that reads like science fiction to our engineers. It's a different world down there, with different rules. Макс, ты что ли? Привет. Ну а кто, блин? Слушай, я Кирилла, так ты сейчас залезла. Слушай, знаешь что? Я хожу сюда завтракать, могу ружище купить. Пошла оживлять и купила по скидке. Ну, пока все задания выполнил. Ну, класс. Пока лёжу, давай. Я в футболу поставлю такое. Вообще некогда было. Угу. Я посмотрела, никого нет, ну вот, и не знаю даже, как это. Так никого и нету, реально. Слушай, а эти ковчега нигде нету? А я вот без ковчега хожу, потому что я ящеры здесь, ну, я одного сбила, и не могу больше найти. Ну они должны были открывать этих, блядь, дебилов. Да, они два, они с ковчегами ходят. На обочину. Ну я понял. Здесь они открыли там трех, здесь трех. И что, только два ковчега из шести, что ли? Ну да, надо еще посмотреть. Четырех. Разве шесть? Ну, в начале их три. Здесь тоже три. Вот это, не знаю, я знаю, четыре за все другое. Вот считаю, еще раз два должны быть совсем. Вот это вторая локация, да? Один ковчег кто-то взял. Короче, где-то еще два должны быть.
Блять, а меня этот сука скорпион гребаный. Вон он, сука. Надо не знать, что прошли мы, да? Говоришь? Прошли мы? О, блин, ты скопила все. Да что, где-то ждал. Слушай, вот я этот скорпион прокатила, вот мы ржали, короче. Лежали в паз бумажки, написал себе оружие и вычеркивала. А ты патроны качала, Ольга? А я этот броню. На броню. А патроны там пацан качал. Он кидал патроны. Не знаю, что он там где-то не ходит. Иди, ты покрывай, да, Марк? Любишь это дело? Да не, я хочу пойти, сейчас пойду поищу, блядь. Открывали они там или нет? Да. Ну давай, да, я тогда пойду, или пацан там, я уже не буду. А слышишь, Макс, если увидишь эти яйца, ну, если подъедешь, да? А ты, кстати, знаешь, что они всегда по-разному, не всегда в одном месте? Да, они всегда по-разному, я знаю. Я вот одно сбила, нашла, а ты слышишь? На первое сбила, на второе нет? Да, на первое сбила, на второе не нет. На первое вот в этом дебильном месте было, где Катя, помнишь, гриба вот такая. Ага. Собак вот он такой. А, блядь! Это, конечно, это хуйня. Ну ты посмотрел, мир это все? Да я ищу этот ковчег. Походу нет его. Это значит на следующий будет. Они просто так все быстро как-то берут, я даже тоже... И все вот это уже... Нет. Даже если мама так не убили, за ковчега нет. Если так все быстро, они так все сильно. О, ты нашел яйца? Да. Да ты что? Блин, мать. Ну а ты что, не видишь? Ну что ты пришел, блин. Круто. Пришел хозяин тайги, да? А? Пришел, говорю, хозяин тайги. Все, это стал ситуация. За порядок. А у меня, кстати, этот последний, а ты выполнил с каждым классом пройти? Ну, с оружием, да, то с медиком. Да, я сама первая выполнила. Нет. Я вчера должен был выполнить, если бы, блядь, все не пошли спать, блядь. Mm. Поэтому у меня сейчас с медиком осталось пройти. А ты за всем играешь? С медиком. И вот если задание сейчас не завалим, то все, ничего будет. Me, что, ты, но... Нет, до сих пор нет. А мне с ним было пройти, блядь. Вовке в этот раз повезло, каких-то жлобов. Каким-то жлобам зашел и прошел, блядь. Я думал, ты сейчас надо мной еще ждать будешь. Мы типа, мы здесь увеличиваем 15 часов, а даже, по-моему, 16. Здесь? Здесь,
А ты уже взрядил его? Да, 302. Ты Нет, пацан там один тоже русский играл. Это мы вот русский не играли, да? Короче, он набрал... Он шел в 10 дню, короче, и набрал 317. И он мне говорил, ставь 10, а я говорю, я не хочу, короче, 10. А правильно, я так больше не берешь. Мы не помним, что а ну, больше, Ольга, пошли, пошли со мной, сейчас откроем этого. Пойдем. Так, все уже, да, мы заходим. Ты справа, да, сразу, влево пошел? Или ну что, я уже взял его, блядь. А, ну, наверное, а сука, не усп... нормально включил медика и сам же упал, блядь. Охуеть. А где кто это был, который здесь? Я слышал, я ну тут его нет, уже там нашли. Ну там. Там же я же нашел, да. Где этот козел, блядь? Ольга, фильм а брали? Где оно так хитро было, блин, я там все перелазил. Как не рассказывать, там надо было твою мать! Во враг, что ли, твой? Да, блядь, ну дебило стрелял, блядь. Don't worry, I got you. А чё, кто-то свалился туда же? Да? Ну? Так, а ещё одну пещеру, давай, что? Вот, это. Подожди, сейчас. Подожди. Давай, пошли. Броню? Ты не кинула? На. Ага. Так. Давай. Не страшно. Или уже все тут никого нету, что ли? А, все, не... А вот ковчег, Ольга. Есть? Ольга. Вот, бери. Ага. Я беру. Все. Так. А я тебе даже брать не могу. Лифтик флайер собрать, если был 5. Я возьму все маски. Лифтик потом маску. Ты не будешь играть? Нахрен, они нахрен не нужны, Ольга. Не нужны? А нахрен не нужны. Так. Ты догадался подключиться. А я же видишь, если сам по себе нафиг мне эта тусовка сюда не создала. Да я сразу понял, что ты с левыми играешь, сейчас посмотрел. Да. Короче, все равно помощь это. Там этот пацан сюда ставит, но он, походу, не хер. Да нахуй не ставят эти турели, сейчас будет какое-то задание и завалят, блядь. Снайпер. Снайперка, а где они, блядь? Подожди, я не вижу. Нет, не нужно должно быть. А вон все вижу. Вон прямо тут наверху разумею, блядь. Не тот спорт, как он не играет. А вот же ты зачитаешь что-то, да? Конечно. Ну да, так читалось. Так, ну быстрее, где эти? Мани. Ай, патроны закончились. Патронов, сука, нет. О, вижу. Ну, мне кажется, видишь, 30 тебя. Какая она у нас уже подбирает? Ой, они так ничего, знаешь, что, ребят? Да, я вижу. Это
Ну тут я знаю, там как нечто, оружие понабрало, что я знаешь, когда проходила этот стиль, что-то, ну со стигом. И вроде так уже оружие, а мне ее шер вроде не что. Ну, сейчас атаковала. Ну там, знаешь, был такой нубный, короче, этот стиль. Ну, со стигом меня, все оружие. Там, ну, запоминать, видишь, надо что, стрелял, не стрелял. Да это надо знать, что сделать. Берешь вот сюда, ложишь ручечки в бумажечку. И сокращенно пишешь, чего ну ты вот, стреляла. Я же тебе говорю, я же написала список, и вот так вот прошла. И вычеркивала потом. А, ты уже ты тоже еще лучше список написала. Я список написала, я вам потом сделала, вычеркивала. Ну, что, надо курить. Надо знать, как тоже сразу, раз первый брать этот подписчик, а в начале игры. Ну, чтоб успеть потом все это быстро сделать. Правильно, правильно. Ну такой бред, ты же сидишь эта ручка, вы чёркаешь какая-то, игра называется. Ну ничего страшного, слушай, нахуй. Да? Типа, как со снайперкой походим? А я взял уже эту ППшку, блядь, маленькую. А, взял? Да. Cover me, I'm reloading. Блядь, без патронов, наверное. Кидайте патроны и поцелуй. Ну быстрее еще патронов кинул. Ха-ха-ха. Это хорошо. Ну, что они ждут? Не знаю. О, я поставлю. Я боюсь единственное задание, я пока не буду брать. Посмотрю, мы сюда деньги потратим. Да, деньги потратим. Ты как в воду глядишь, Ольга. Да. Не буду. Я смотрел, как думал, что чуть-чуть они не будут. Я расскажи нам, Лирка, как-нибудь скажу. По 20 тысяч на 20. А, не. Правильно. Потратим, да? Думаю, что да. Ничего тяжелого. Горбун, да. Ты говоришь? Горбун хорошо, слушай, да? Да. Блять, каждым игроком надо попасть.
ну нету. Только давай вот скорпионов, бля. Бля, турели их не стреляют, мы сейчас не сделаем это, отвечаю. Их не турели убивают, мы не сделаем, пиздец. Да? Ага. Тут турели их не стреляют. Ну, второго бата не хватало на фаре, это скинуло. А вон фар, ты скинул, или нет? Фар это, или что? А этот-то, наверное, все вместе, вот там держать. Да ты видишь, какие турели стреляют, они убивают их, мы не успеваем с ними вместе, понимаешь? Блин, это дерьмо. Конечно, дерьмо. Вот тут, наверное, со спуской давай выйти, вот они все догадались. Да пусть бегут, но к нам никто не идет, ты видишь? Да. Гаргули постреляли все. Толстые между синими. Так, гаргули, гаргули. Это фигня, это фигня какая-то. Боже, форма стреляет быстро, старайся быстро стрелять, кто белый, блядь. Да я вообще быстро-быстро просто херачу. Вот, это я вот это стрелила, не хватает. Я понял, да не стреляю. Блядь, двое осталось. Патроны надо мне, нахуй. Есть, выполнили, Олька. Можно падать. Так, да, можно расслабляться. Бурь, блин. Где он? Где он докидит? Вот тут внизу, а, да. Что делать пока? Он сделал его. Все. Так, откроемся нам. Блядь, ну они с ними турелями считал, конечно, блядь. Да, могли не сделать. Да развернуть просто их, да и все, блядь. Элементарно. Так, горгуля он там еще. Налетывает. Remember, this isn't a rescue mission. Get the cortex, then get out. You're too late to stop the attack, General. The other arcs have all been awakened. А он сейчас здесь будет, вот когда зайдем. Заходи в эту пирамиду. А? Там будет пулемет? Да, он тут справа. Ну или не ладно, не буду я, короче. Да мне тебе коробки не хватает. Да. Да хера вам насмеялись, знаешь, короче... Вот тут пулемет, вот с правой стороны. Вот. Вот и все. Вот ты не знала. Круто. Видно. Давай наверху, они пусть внизу сидят, Оля. А вот на середине, где они турели понастреляли, видишь, наверху. Мы наверху с тобой, да? Да, только этот один внизу, и вон наверху, сука, идиот. Ну, то есть непонятно, да? Там внизу только один, да. Ну, вообще все задания выполнили. Ладно, вы тебе должны дать этого. Ну, надо пройти теперь, блядь. О, слышно, как он туда забрался, а? За сколько? Куда, Валер? Да. Легко. Легко забрался. Там вот справа. Как же так попасть? Там можно, Валер.
Короче, по интерналу не бросали, никто не лезет. Блять! Я в лесу там один отремонтировал, блядь. Я тоже один. Я не понимаю, смотрите, они то на разы, то внизу. А что, мы этот терминал проебали, что он не работает? Смотри. Нет, его, знаете, я оказалась всегда, что вы знаете, когда надо включать. Вот он, короче, какой? Вот этот? Ну вот, наверху, вот один не работает, если не... Да! Это что, ну такое невозможно. Охуеть. Странно. Я сейчас сегодня зачитаю, будет... Во, о, не красный, чини, быстрее. Что, я чини. Блять, ты что, пиздец, ты прикинь? Блять, вон еще один красный. Что они, сука, тут делают, этот идиот? Блять, тут носорог, Оля. Чини, чини, я стреляю. Все, убил его. Чини. Блять, тут два. Надо запустить эту хуйню, я пойду сейчас запущу ее. Блять, она выходит. Да, она сейчас не работает пока, блять. Во, врубайте морток, сейчас включаю. Включаю! Да-да-да-да-да-да! Так. Да что-то, блядь, мне не очень нравится, как они защищают, блядь. Этот долбоёб со своими турелями там залез и сидит, сука. Они не заменились, они не дед. Мы заделились, а так получается нам везде надо контролировать везде. Это надо внизу смотреть, вверху и... Не прокачивается, Только внизу носорогов тут пиздец. А я вот тут тоже вверху носорога сижу. Ну все, сейчас бегу, зафинансирую это. Наверху сломано. Короче, сломано. Ты догадался, что включить, да? Вот это кто-то, он откуда берет? Я хрен его знает, я не сам не понимаю. Вот смотри, задумка игры, да, мы тут не перестанем. Твою мать, я только что этот вылетел, он опять красный, блядь. Thank you.
доктору, он сверху. Как ты похищаешь? Да я хотя не знаю, куда он. Давай, побежали. Да. Подрёгли. Поезд такой, да? Вот сейчас все раз, по-моему, стоит. Если положить свое положение. Быстрее, блин, тащить, блин, сбудь. Пацана какой прикол. А? Ну вот, пацан не заходит. Давай, давай, заходи. Ну, надо было сейчас 40 уложить. Перфекционист. Выслушалась? Что-что? Ну выслушал, да, перфекционист? Перфекционист и еще что-то мне дало. Ну, наверное, то, что с чем.